Если 20 числа будет принят... Можно я все-таки закончу? Это 98, значит... Ну, я не могу, я могу перекликать, можно? Это программа просто, ее можно вытереть задницу. Можно перекликать? Не можно. Вы на Если можно озвучу еще математику, я не знаю, как аналитики читали цифры, у меня в программе четко прописано, той, которую мы разрабатывали, ну, я говорю сейчас у меня, потому что вот я ее сейчас представляю. Здесь есть четко показанные цифры, которые запланированы. Регулирование численности беспритульных тварин гуманными методами на территории МИСКа. В сумме киркость составляет на 4 года 12 170 собак. Я не могу показать количество из них. Наверное, меня опять не услышали, потому что слишком громко говорят и перебивают. Я не могу сейчас сказать количество, какое из них может быть отработано по программе методики ОСВ, а какое количество должно быть подтвердено эвтаназией. Потому что мы не знаем из отловленных собак, какое количество агрессивны, какие социализированы, какое может быть выпущено в место обитания, а какое должно быть подвергнуто обману. Олег Владимирович, там не уточнили, цифровые параметры все есть. Олег Владимирович, мы вашу программу что-то планируем, да? Можно я скажу, как специалист по ОСВ? За что мы будем голосовать? За программу. Голосуємо чи не голосуємо все? Я прошу вас, як ініціатор цього закону. Олександр Леонидович, как всегда, манипулирует, потому что метод ОСВ предполагает одну стерилизацию выпуск. Александр Леонидович в своей программе...